Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 52-летний Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг семьи 40-летнего Пьехи. Продюсера шокировало поведение женщины, поднявшей руку на сына певца. С единственным ребенком выпускника «Фабрики звезд 4» произошло шокирующее происшествие. 7-летний Петр проводит лето с мамой и бабушкой в загородном поселке под Санкт-Петербургом. Он сдружился с соседскими мальчиками, но это не понравилось их маме Ирине. Женщина потребовала, чтобы ее сыновья больше не общались с Петром. Первоклассника это огорчило. От обиды сын Пьехи проткнул надувной бассейн соседей. Ирина устроила скандал и швырнула ребенка на землю. Петр получил сотрясение мозга и попал в больницу. Обидчицей мальчика оказалась жена известного футболиста, судьи Безбородова. Этот инцидент потряс Пригожина. «Для меня Стас родной человек. То, что произошло с его ребенком, меня трясет аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы вот честно, несмотря на то, что она баба, шарахнул ей точно по башке», — возмутился продюсер. Муж певицы Валерии назвал скотским поступок женщины. Он отметил, что дети — это святое, и воспитывать их — это не значит бить и орать. Иосиф считает, что с Ириной должен разобраться ее супруг. «Я не знаю, кто там у нее муж. Считаю, что он должен просто головой об стену ее ударить», — резко заявил Пригожин. Муж Валерии настаивает, что обидчице мальчика нужно устроить жесткую порку, чтобы каждый знал, чем такое может закончиться. Он также посетовал на то, что отменили смертную казнь, и теперь преступники не боятся совершать убийства. «Все эти полутона не работают. Сейчас везде идут разговоры. Чипирование, не чипирование. Вот таких ненормальных людей надо чипировать», — эмоционально сказал Пригожин в интервью Пятому каналу. В сеть попало видео с разъяренной женщиной, обидевшей сына артиста. На скандал также отреагировал муж Безбородовой. 48-летний Владислав отреагировал на скандал с его женой, 53-летней Ириной Безбородовой. Футбольный судья выступил против супруги. Бывшая избранница Стаса Пьехи рассказала о жутком случае, который произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Наталья Горчакова живет с 7-летним Петей в поселке Рощино. Недавно там поселилась Ирина с тремя детьми. Мальчик подружился со средним сыном Безбородова и пришел к нему на день рождения. На празднике дети поругались, и Петя проткнул карандашом надувной бассейн друга. Ирина вышла из себя и швырнула мальчика так, что тот ударился головой об землю. Сына артиста госпитализировали, но его обидчица не признала своей вины. Безбородов отреагировал на скандал с участием жены. Он резко осудил поступок Ирины и выпроводил ее за порог. «Она истеричка. Я ее выгнал из дому. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома тем более», — заявил бывший полузащитник.